можжевельник Холгер, чешуйчатый вид, максимальная высота до 1 метра, максимальная ширина 1,5-2, скорость роста 7-15 вверх, в ширину может доходить до 20 сантиметров. Форму все-таки надо, можно немножко придавать, потому что, видите, вот тут односторонняя веточка. То есть надо пристричь обязательно, чтобы он во все стороны разрастался. В зимний период обязательно мы его связываем, чтобы веточкам снегом не поломали побеги. Морозостойкость у него высокая. В принципе, до минус 30 держит спокойно. По неприхотливости, довольно-таки неприхотливый. Редко болеет, редко заражается, довольно-таки устойчиво. Место посадки — солнце, полутень. Если у вас довольно-таки солнечное, то, конечно, весеннее время стоит его немножко прикрывать или сажать, чтобы в полутени. Почему? Потому что все-таки горят молодые побеги. В зимний период от сильных заморозков и перепадов температуры появляется вот такой синеватый оттеночек. Ничего страшненького, весной отойдет и будет красавец. По грунту берете 2 хвоя, хвойный грунт, четверть ведра песка и ведро своей земли. Замешивайте, и это усадочный материал. Опять же, боится грунтовых вод, так что делаем дренаж. Сантиметров 15-20. Второе. Садим, как есть, в горшочке, чтобы не заглубить. Обязательно при покупке смотрите на корневую шейку. Если она вдруг там уже заглублена, чтобы не получилось, что вы его еще сильнее заглубите. То есть это обязательно смотрите на всякий случай. Если заглублена, чуть-чуть приоткопать, либо чуть выше посадить. По дренажу, по укрытию корневой, можно подсыпать кору, можно подсыпать торф, но это в зимний период. На лето, конечно, можно хвойные остатки, либо коры подсыпать, для того, чтобы сохранялась влага. Полив умеренный 2 раза в неделю в жарких регионах, а там, где вы уже подсыпали кору, то есть влагу надо контролировать, чтобы не переливать. В летнее время, прям совсем жаркие дни, можно по вечерам делать легкий душ. Для него это будет полезно. И тогда будет максимально красивая цветовая гамма. По весне, где-то в мае и в июне, вот эти кончики будут такие желтоватые, преображаться. И за счет этого будет еще дополнять картину в вашем саду. В принципе, ничего сверхъестественного, но, опять же, это можжевельник китайский, колючий. Это все-таки растение ядовитое, поэтому обязательно работаем с ним в перчатках, не забываем. Всем хорошего дня, не забывайте подписываться, и все будет хорошо. Ой, как хорошо смотрится. Всем доброго!